Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Уже весна полным ходом идет и очень хочется мяса на углях. Поэтому я решил сегодня приготовить такие маленькие шашлычки на деревянных шпажках на турецкий манер. А подавать их собираюсь на лепешках, которые сейчас тоже быстро спроворим. Все будет очень быстро и я надеюсь, да я уверен просто, что очень вкусно. Начну я с теста. В теплом молоке надо развести дрожжи, сахар и соль. И разболтать яйцо. Теперь добавляем муку и перемешиваем. Когда тесто станет более-менее однородным, надо уже класть размягченное сливочное масло. И вот теперь вымесить до такой гладкой текстуры, что ли, до однородности, короче. Тесто быстрое, особенно заморачиваться с вымешиванием не надо. Вот до такого состояния домесили и нормально. И теперь накрываем, чтобы не пересыхало. И оставляем его в теплом месте на полчаса-час. Теперь занимаемся мясом. Его нужно старательно зачистить от пленок и нарезать такими маленькими кубиками со стороной не больше 2 сантиметров. Не ленитесь, чем мельче, тем оно быстрее промаринуется, тем быстрее приготовится, тем сочнее будет. Вот такая красота. И лука. Лука можно побольше. К мясу его. И чеснок. Его резать не обязательно. Достаточно просто раздавить. Он и так отлично отдаст свою остроту и аромат к мясу. И теперь соль, молотую зиру, немного растительного масла и хлопья красного острого перца. Конечно, перемешать тщательно, чтобы лук дал сок. Отлично. Масло добавляем потому, что, как вы знаете, большинство ароматических веществ жирорастворимо. Соответственно, они все в масле быстро растворятся, после чего это масло обволочет в каждый кусочек, и баранина спромаринуется равномерно. Все будет вкусно, обалденно, будет чудо не баранина. Все, пусть стоит, маринуется. Кусочки-то маленькие, 15-20 минут хватит за глаза. Самое время раскочегарить угли. Постоянно пользуюсь вот этим стартером. Очень быстро все разгорается. Мне прям нравится. 15 минут и угли готовы. И пока этот процесс идет, быстро подготовлю салат. Для него понадобится сладкий лук. Порежу тоненькими полукольцами. Помидоры. Все в чашку. И зелень. Соль, перец, конечно. И оливковое масло. Им перемешать. Перемешать. Все старательно, чтобы все смешалось. А, отлично. Только салат подавать к шашлычкам будет как-то скучновато. Поэтому я хочу еще подпечь баклажаны. А чтобы они быстрее приготовились, нарежу их пластинками. Маслом их и соли немного. Так, ну почти все подготовил. Остается только мясо на шпажке насадить. И можно начинать танцы вокруг огня. Маслом протереть. Лепешки надо обжаривать в масле. Так что пусть греется. А я пока тесто раскатаю. Смотрите, какое. Небольшой шарик отделяю и раскатываю. Такая лепешка будет. Небольшая совсем. Супер. Масло разогрелось. Давайте приступать. Лепешку сюда, а мясо сюда. А баклажаны вот сюда.
А едоки должны уже стоять наготове. Лепешки готовятся моментально, секунд по 10 на сторону. Так что не зевайте. Сейчас, еще минуту, и можно пробовать. Как видите, быстро. Так, ну и вот этот замечательный такой, что это называется, шаверма шашлычная в рот. Баклажанчик, салатик, лепешечка и, конечно, баранина. Молодая, острая за счет перца. Прекрасно. Отличное начало весны, чего и вам желаю. Отдельный кусочек баранинки взять. Молодой баранине не надо много мариноваться. 15-20, край полчаса. Все. 15-20 минут – это вообще идеально. Так что готовьте и наслаждайтесь. И маленькими кусочками. Они быстро пропекаются снаружи. Они внутри остаются сочными. Не успевает ничего пересохнуть. Просто чудо. Нежнятина. Очень нежная, а уж шашлычком. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Не забывайте, по промокоду Фрецкого вы получите отличную скидку на наш Самура. Всем спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Не забудьте жапнуть колокольчик. Всем пока!